Хаби Алонсо, когда тот еще выступал за Реал Сосьедад и забил шикарным ударом издалека. Великий немой заговорил. Ковачич тоже не самый грозный бомбардир, откровенно говоря. Но здесь он забивает, и счет становится 2-1 на 14-й минуте игры. Вот. Но здесь Неймар просто... Некрасиво. Просто грязно. Некрасиво сыграл. Поступил, здорово ушел от пике Ковачич и пробил. Ну, пробил так же здорово, как это сделал Ракитич несколькими минутами.